только работаю. Ну, не то, что работаю. Работаю — это другое. Работаю — это обычно делаю то, что мне не нравится, за деньги. А я делаю то, что мне нравится. Ну, тоже за какие-то деньги, но это не суть. Вы поверьте, что я делаю это только для вас. И совершенно не... У меня, я уже 100 раз говорил, у меня не коммерческий проект. Я не собираюсь какую-то монополию строить, не собираюсь деньги на этом выращивать. Если бы я это захотел, вы бы сами знаете, что у меня мой канал бы превратился уже в говно, в рекламу, в кучу какую-то там, да. Какие-то там, я бы, не знаю, кого-то рекламировал, там, не знаю, что-нибудь бредовое записывал. Привет, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новенькую серию Сталок с Булкиным. В общем-то, сегодня, как и всегда, попытаемся поднять скины, будем играть на csgolux.ru. Ну и, собственно, я думаю, что пора начинать. В принципе, здесь уже вон наклеечка залетела. Кстати говоря, вот последняя игра была, чувак выиграл с 74% шанс у него было. Вот, только что смотрел эту игру. Ну, такая мелкая, на 2700 была, но все равно. Так, ну что ж, я сразу, наверное, буду принимать участие, в принципе. Бери конксенти, конкусенти, конксенти. Дай мне. Дал. Пиздал! Давай поедем. В родителях овес возут. Овес возут? Овес возут! Ты это сейчас на сербском сказал? Ах ты детка, бля! Сука! Пидорас! Опять обосрался, кондон! Блядь, ёбаный в рот! Сука, два! Ёбана нахуй! По горам, по лесам, по высоким, бля, полям, ёпта, бля, ой, бля, ой, горох большой, меня зовёт с собой су-су-су, бля. Как танцует он? 12. Самим можно прогуляться. 4×4 равно 16. Взрослый, но не 18. 4×5 равно 20. Еще рано расслабляться. 4×6 равно 24. Пора думать о квартире. 4×7 равно 28. Никого о том не спросит. 4×8 равно 32. Почти в возрасте. Ура! 4×9 равно. Представь, сейчас в соседней комнате услышишь. Хочется кусочек съесть. 4×10 равно. Я своего сына буду учить по нему. 40. Холодок бежит за ворот. Ей! Сука.